Эта идея родилась в связи с тем, что, насколько мы понимаем, раньше вузы поодиночке заезжали сюда и проводили свои, скажем так, презентации тех или иных вузов. Поэтому решили, с одной стороны, скоординировать свою работу для того, чтобы представить полный спектр, ну не полный спектр, но по крайней мере наибольший спектр вузов, которые могли бы предложить свои услуги будущим абитуриентам. Вот, и в связи с тем, что у нас начинается вдобавок и квотная кампания, в рамках которой происходит будет набор будущих абитуриентов, поэтому решили привести эти вузы и как бы в одном месте на одной площадке это показать, то есть взять на себя работу по тому, чтобы ребятишки из Абхазии смогли приходить сюда из разных как бы мест. Что касается, какие вузы, по каким направлениям мы набирали, то, конечно же, мы в первую очередь ориентировались на те запросы, которые у нас были в рамках квотной кампании, а это именно на технические специальности, на медицину и на аграрный спектр. Поэтому в первую очередь мы, конечно же, приглашали те вузы, которые могут обеспечить нас вот этими, так сказать, направлениями и закрыть эти специальности. Но и в первую очередь ожидаем о том, что то есть это будет, скажем так, не количественные показатели, да, а качественные показатели, потому что, общаясь с участниками, я имею в виду со стороны российских вузов, разговаривая, мы понимаем, что для них это также важно. Это не просто количество людей, которые пришли и взяли, скажем так, раздаточный материал, хотя, в общем-то, это тоже важно, в голове у ребенка что-то останется. Но в первую очередь нас интересовало, чтобы сюда приезжали ребята 10-11 классов, а с учетом того, что в этом году у нас еще есть среднепрофессиональное образование, это ребятишки 10 классов, то есть 9 классов, mm-hmm. те, которые могли бы пойти в колледжи и техникумы. И сейчас, общаясь уже вот с участниками нашими со стороны российских вузов, мы понимаем, что, так сказать, есть заинтересованность со стороны ребят, а это самое главное. То есть mm-hmm. это не просто, как я сказал, они забирают раздатки, они интересуются конкретными направлениями, они интересуются конкретными, скажем так, вузами, они интересуются условиями, что для нас очень важно еще и то, что ребята, многие после вот этого зала, где они общаются с этими вузами, они заходят к нам уже в отдел, который занимается квотированием, mm-hmm. и, как теперь выясняется, многие даже не знали, что такое Россотрудничество, и не знали, что есть такая возможность поступить в российские вузы.